Я обожаю Москву за такие виды. Привет, я опять вырываюсь в эту ютубовскую жизнь. Я сейчас просто сижу на Советской, одна. Я шла от подруги и сделала передышку, потому что мне еще очень долго идти на самом деле. Я сейчас просто вспомнила про свое одно видео на ютубе и захотела его пересмотреть. Я задумывалась, почему я больше не снимаю видео. Будто в какой-то момент после некоторых событий во мне пропала какая-то искра, что ли. И я поняла, что если не я, то кто это будет исправлять? Кто будет разжигать эту искру внутри меня, кроме самой себя? Я все пыталась начать записывать видео, снимала как-то отрывками, кусочками, не могла никак завершить это дело, но я поняла, что я хочу опять начать это сделать. Я сижу на Советской, может быть, кто-то узнает, это скейт-площадка. Я тут частенько бывает, когда мимо Советской прохожу, просто сижу, отдыхаю, либо думаю как-то о своем, о своих мыслях. И, пожалуй, мне нужно потихоньку идти домой. И я возьму вас с собой и расскажу, что у меня нового. В общем, из новостей это то, что я получила диплом, сдала ГОС, сдала защиту диплома. Скоро мне предстоит поездка в Москву. Мне так волнительно и так необычно с этого. Надеюсь, все будет классно. А еще переживаю по поводу работы, по поводу того, найду ли я свое место. В целом просто не хочу упустить и потерять вот эту искру, которая внутри меня, и заниматься тем делом, которое мне будет нравиться. Как-то так. Ой, смотрите, кто тут бегает. Pretty please with a cherry on top, King. Ну что ж, я выдвигаюсь на первую остановку, а вот это вот глаза не выспавшегося человека. The weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping, sipping, yeah that so. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons on. Ну что ж, я в Орске, и мы... Где? Мы решили посмотреть Орск сверху, сразу. Я здесь первый раз, поэтому будем смотреть. Красота! Последний путь провожаю, дам. Помашите ручкой! Вот они, страхунки. Успешный успех. Успешные люди. Они побороли свой страх. Я сейчас собираю силы, чтобы не взлануться. Наташа, улыбнись, я снимаю на приближенную камеру. Откроешь глаза. Я бы хотела немного. Блин, ей плохо все. Вась, ты герой! Я тебе шоколадку куплю. Помоги встать, помоги.
это герой, который хочет в Москве. Вчера я очень много гуляла с одноклассником, мы вчера встретились, много где были, а сегодня я иду на приключения одна. Пожелайте мне удачи, чтобы я нигде не заблудилась с моим топографическим кретинизмом. Просто с самого захватывающего вида. Невероятно. Боже, как красиво. Я обожаю Москву за такие виды. Это просто непередаваемое ощущение. Уже подумываю остаться здесь и просто как-нибудь переехать и остаться здесь жить. Потому что хоть и сложно, совсем не просто, но ради такого хочется. Впечатлений много, хочется еще и еще. А еще тут такое разнообразие разных людей, просто жесть.